привет, друзья! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Вот так, как-то так. Едем к нашим родным в гости. Наталочкина сестра пригласила нас в гости. Так что выехали, едем, друзья. Спали мы в теплой даче, ребята, уже вторые сутки пылают станицы. Все тепло, раздетые. Тепло, да, раздетые, в общем, да. Это вам не Африка, а круче. Дров подбросил, и Африка есть. Вот. Дома холодина. Да, мы едем в гости. Едем, ребята, едем. Сейчас приедем. Приедет, и приедет. Да. Ты видишь, солнце немножко появилось. Сегодня погода, ребята, холодно, очень холодно. 6. Так, холодно, ветер, я кинул. Вот она же саксаганька, речечка. Видите? Вот их и с этой стороны. Эти зеленые, красивые. Поля. Красивые. Да, красотища, конечно. Красота, друзья. Красотища, конечно. А танки наши быстрые. Дорога немножко убитая. Как вы догадались, мы едем к нашему бате в деревню. Да, это Наталочкина родина. Она здесь родилась, выросла. С голой попкой на речке бегала, купалась ребенком. Щуп тягала. Батя сильно рыбака хотел. Честно вам скажу, сильно. Так хотел, чтобы родился сын рыбак. Ну, родилось 3 дочки. Ну, сейчас... Не все рыбачки. Сейчас я одну переделал под рыбачку. Не, Лена же тоже любит. Лена тоже любит. За свету не знаю. Да. Вот подъезжаем мы уже к деревушке. Вот, ребята, дом, где родилась уважаемая Наталья Вячеславовна. Вот это их дом. Здесь она точно с голой попкой бегала по комнате. По комнатам всем. Сейчас там живут другие люди. Да, сейчас купили этот дом, и там живут другие люди совсем. А другие люди бегают? Да, это по традиции там бегают. Да, с голой попкой. Вот это мы. Ну, мы едем сюда. Вот он наш папик. Вот и его домик. Я приезжал по кокошу. А сейчас едем немножко дальше. В глубину деревни. Можно так сказать, на окраину деревни. Вы только не пугайтесь, там волки воют, лоси бегают. Ну, так бывает, друзья.
скрипит потертое седло. Конечно, здесь люди привыкли ездить на повозках, так что деревня дальняя, там Еселки далеко на отшибе, еще одна, и тут повозками поразбивали фуры. И, ребят, война закончится, дорогу сделают. Все будет хорошо. Не пошутить нельзя. Вячеслав на булки дует. Она, как всегда, она хочет быть оператором. У нас терки постоянно за это. Вот, поворачиваем направо. Да, то... Красная машина, это Лены. Средняя сестра. Средняя сестра со средним мужем. А я, значит, старшей сестры муж. Значит, я старший. Старший муж. Да, старший муж старшей сестры. Все легко и просто. Конечно, друзья, мы на шашлык опоздали, но тут ничего не поделаешь. Не надо нам напоминать. Все, вот, друзья, приехали мы. Христос воскрес. Воистину воскрес. Денис. Это Денис Вилки, да. Да, муж. Младший муж младшей сестры. Це що, все, що знімати будемо, да, чи що? Ну все, будеш в Ютубі звіздой. Ми приїхали в гості. Сьотку поцелуй. Собачка. Очень злая, очень. Но хорошая. Боже, ты прыгаешь. У тебя сетки нету. Вин желанием елки перепрыгнул бы и. Да, да, да. Где все? Треба було їсти, поки... Ну, здрасте, як це? Поки дають. Щоб нічого, дуже не... Дуже щоб нічого не пропустити, так, да, сину? Я так, щоб вітюлі видно було. Ми хорошо сіли, як сину, Світа не пройде? Ні. На довгу і пам'ять. Ні, взагалі якось... Ой, жарко, я переживала, я надіюсь, не тепло, кажу. Та ні, ми ж бічі, що у нас холодно, конечно. Газ ще не, газ ще не обрізали. А сьогодні звізда взагалі в хаті відключила, чи відкрила окно, кажу, це місяць ти платиш за газ. Провітрювала. І дихати не було чим ночі, блін. Я її ні разу не бачив, я б її бачив, тільки коли вона мене хрестила. Кого ти не бачив? Ну я не помню. Крьосну свою. Я зумовий кору ні разу не бачив. Ні, крьосну, ну, бачив тільки коли вона мене хрестила. А ти її бачив точно? Як хрестила? Ну, бачив, ну я ж... Ну, це запас, видите? Це ж було мої... НЗ, на всякий случай, ребят. На всякий случай, когда плохо будет, когда... Да, як во время войны, вот это... Да, бедует. Бах, трах, вы хоть где-то по полям ездите. Трах, да. Бо штрафы нам платить, если что. За газ платить, за... Чего ж, приехали в гости, за газ заплати, за мотоцикл штраф заплати. Под навесом мы танцевали. Рассказывай, рассказывай, что ты? Да. Пошли, я тебе покажу, где квочка. Иду, пошли, покажи квочку. Ну, друзья. Ну, ты что скажи, что там квочка сидит. Курочка сидит, видишь, на яичке, не трогай ее. Чего? Не надо. Ну, она никуда не ведет. Нет, все равно не тревожь.
Я бачу, вона хороша. Хороша дівчинка, дивіться. Сидить, яїчки гріє. Цыплятка будет. Ой, хорошая девочка. Бачишь ты. Ой, ты красавица яка. Вот их. Домик у неї хороший такий. Оце и мы хочем, Денис, сделать сарайчик. Я тебе просто показал то, что оно есть. И... Та клубничка, оно больше росте. Ну и це у нас будет. Мы теплицу поставим, малини посадим. Так, а друзья, все. Вот и курочки, Петька пришел, хромает что-то, иди сюда, тя-тя-тя-тя-тя. Ай, красотули, бачите? Ой, хорошие, ой, я так люблю курей, страшно. Растить, зарубать не могу, жалко. Чего? А расти... Не знаю, вот люблю. Бачишь, сегодня тебе снесутся. Та вони і так несуться. Петруха охраняє сразу. Ну, бач, сам не жре. Да, стоїть за ним. Тихо, тихо. За рулем. Ой, не за рулем, вот так вот. Гоняє по полю. Тут самое класне. Щоб по полям покатались і ніде не надо. Нікого злить. У мене теж таких два штуки або три було. Зараз є в Олександрії теж, ну такий, він автомат на ньому. Ну він там поломаний, взяти щось не хоче, він на документах, все з документами. Ах, красавця. Хоч би не збив мене. Не уверена, їде, ну їде. Ну і як? Прикольно. Аж дікаря хоч научите кататися. Городський приїхав в деревню. Спасибо за вчення. Прикольно, понравилось. А казав, надо учиться, надо учиться. Сіві поїхав. Зараз вийде. Бачиш, холод підняв. Він же вже знає, як йому відкривають двері, так? Хорошо. Річі! Виходи, свобода. Ти розкрив, а оце розкрив, такий красивий. Він зараз дивиться, що до нього всі обрати увагу. Думаю, що сильно вас нога. Я стільки не вип'ю. Боїться, що тут окажеться. Шашлик, да? Як воно вийде? Настраюється. Він... Ламається, стісняється. Ні, і багато людей, ну, окей, я отак ми сидимо, я тільки за сміни приїжджаю. Непривична обстановка для нього. Крикливий який? Ругається. Ругається, мабуть, да? Поличі. Я думав на мене, на моє гніздо. На твоє гніздо. Спрятався. С одних гостей идем к другим гостям. Собаки гавкают, караван плывет. Встречают. Жопу подорвала, каже. Заходите. Заходите. Вы прямо, я смотрю, хорошо подготовлены. Резиновых сапог. Да. Здравствуйте. Заходите. Проходите. А, да, воистину. Христос воскрес. Воистину воскрес. Здравствуйте. Я думаю, не работает. Нет.